И девчонки, привет. И мальчишки, ну что, я выгнал свой Hummer Range Rover. Роза. Да, шмели. И еду покупать себе кофемашину. Я думал, все-таки в итоге я куплю ее. Потому что там скидка на нее идет. А иногда мне хочется быстро-быстро не варить кофе, а кинуть капсулу. И тем более я пробовал из этих кофемашин кофе, и мне очень понравилось. Короче, покажу, если они остались. Да, вот остались. Смотри, 5400. Очень маленькая, аккуратненькая, красивая. Смотри, всего 5400. Я помню, я пробовал такой кофе. Надо сообразить, какие капсулы к ней подходят. Почитать сейчас надо. Правильно? Ну что, аккуратненько. Это 6900. Но это, наверное, из-за материала, из-за объема, наверное. Но мы не смотрим на дорогие, мы смотрим на маленькие. А так, хлобысь, сюда хлобысь, закрыл хлобысь, кофе побежал. Раньше была вот такая, наподобие такой, но она у меня сломалась, вообще пипец. Дольче густо мне вообще как-то не зашло, что-то мне уже надоели, приелись эти варианты кофе, поэтому я хочу сейчас взять Неспрессо. Ну и Неспрессо такая эстетичная красоточка. Мне интересно, неужели там в коробке есть кофе, а? Давай почитаем. Сраная кофемашина. Может, ты без фонки пришла? Забылась, может быть. Инструкция. Очень хороший вкус такой, прям вообще огонь. Вообще. Прям очень ядреный, я даже сейчас тебе разбавлю, чуть побольше сделаю. Потому что прям очень ядреный. Посмотрите, какие салаты на зиму, помидоры на зиму. Эти помидоры могут стоять хоть до войны. Что она хорошая, я бы даже за 16 000 ее купила. Кого? Соковыжималку. Чтобы делать рецепты на зиму? А ты нашла их вообще? Девчонки, я тоже буду так учиться делать салаты на зиму. Мам, это кабачки или огурцы? Огурцы. Что такие какие-то тусклые? Всегда такие. Суксом. Мам, блин, ну а почему тебе такие нравятся? Она для хозяйства, они не для хозяйства. Как? Они чисто так, стакан сока сделать. Какой это стакан сок? Что, за 16 000 да. Стакан? Да, я тебе говорю, внешне они такие а-ля для домохозяйки, которая ничего не делает, которая хочет фреш, и думаешь, ну хотя большая. Отзывы посмотри. А где отзывы? Ну где? В Ютубе пробей обзор такой-то модели. Это примерно для ежедневного использования супруга. Вау! Пахнет прикольненько. Да, девчонки! Я буду есть помидорки. Помидорки спасут жизнь Егорки. Мне приспичило приготовить овсяный блин. А мама говорит, в холодильнике муравейник. Съешь муравейник и не парься. Да. А я вот не знаю, может правда послушать ее, девочки. Что за процесс у меня фотосинтеза? Дождик где-то. Ой, смотри, какая красота. Смотрите, какие красопетки. Вообще шикарные. Это тоже просто шикарно. И вот и это.
Да. Мне нравятся алые розы. Вот эти алые розы. Алые розы. Золотится роза чайная. И вот это тоже под снегом. Вот, ой, вот это прям как будто только-только. Только-только. Можно сначала вот это вот да. Снимать, по семью поближе. Нету муравейника, это знак, девчонки. А если найду, то съем. Что скажет Юлия Леонидовна? Чего? Съесть муравейник? Есть. Мама, ты скажи, я у тебя заснял? Что-то там такая за красота была у тебя в этой. Где? В кастрюле. Томатная красота. Вот что это такое? Да. Это я делаю это, томатное пюре. На зиму? Да. Девчонки, а меня может мама когда-нибудь научит? Мама кормила карасей. Ходила карпов кормила. Девчонки, карпа. Вчера прострелила. Прострелила. Ногу так прострелила, что я вам передать не могу. Мама теперь... С палкой ходила. Видите, какая подставочка красивенькая. Девчонки, вот скажите, да. Скажите. Посоветуйте, мне нужна шнековая соковыжималка. Смотрит фигню какую-то. Нет, ну такая, девчонки, мне нужна. Вот как вы видели у меня эту дачницу, чтобы туда как загрузил, так загрузил, понимаете? У меня есть скидку. Шнековую хочешь? Ну и что, ты посмотрела в интернете, фигня на палке вот это была? Да не знаю, вот какую-то. Мне кажется, мам, какая-то фигня. Не знаю. Мне кажется, вот надо искать какую-то вот российскую неубиваемую, понимаешь? Да. Почему? Потому что все вот эти импортные, они рассчитаны, стакан сока сделал и выпил. Ну, вот. У меня есть эта китфу, стакан сока Илюша отжал, и она забилась нафиг. И все. Девочки, у вас какая соковыжималка? Пишите. Шнековая. А, ну они могут написать. Девчонки, пишите, какая у вас шнековая соковыжималка. Мы будем очень вам... Нет, потом какую-то я еще одну российскую покупала. Да? Тоже девчонкам показывала. Ну, тоже меня она не устраивает, потому что, девчонки, я человек масштабный, и мне нужен помидор переработать, понимаете? Вот, чтобы раз и все. Раз и в квартире нашей газ, да. Девочки. Да. Кофе кидаю, закрываю. Ой, ешки-матрешки. Закрываю, вот сюда водичку наливаю. Ну напишут подружки наши, что не напишете? Ну напишут, наверное. Это. И еще хотела вам сказать, девчонки, задавали вопрос, всем говорю, где купить вот эту соковыжималку «Дачница». Специально для вас посмотрела на Озоне. Да. Море. Мам, а я посмотрел на Яндексе. Девочки, я вам ссылку вставлю на описание. Дешевле? Дешевле? Ты это почем видела? 5. А я тоже, а я 5500, что-то что-то. Ну такое, и там да? Так же, да, там надо смотреть, там есть и 5500, есть и... Девчонки, ну я все равно ставлю рефералку, если что, купите, я получу 50, шучу. Не, ну вбивайте просто на Яндексе или где, на Озоне, да? Полазите, три сайта, Яндекс, Озон, Валберес. Просто знаешь, как да. Я всегда это удивляюсь, да, говорю, ой, вот где купить, где взять? Девчонки, я сразу говорю, я сейчас... Вот для меня лично Озон. Да? Я без Озона никуда. А я вот фанат Яндекса. Валберес и Яндекса. Ну, наверное, сейчас в последнее время фанат Валберес. Вы, девочки, лазите где-нибудь? Я что, Озон-то люблю. Ольга, бесплатная доставка. Ну, а я Валберес люблю. Вот у торгового центра. А, у Ольги-то доставка прям домой. Да. Ой, девчонки, я сегодня, не попадая рук, сейчас подождите, девочки, а то у меня, ой, все, спасибо, Рахмат. Не покладая рук, готовил муравейник, пек. Девчонки, а я сегодня говорю, мне нужно был банк, прям сидела, крутила. Сегодня более-менее хоть как-то нам уже наступаю. Да, да мазь какую-то ты модную там нашла. Да, мазь. Маш. А я опытный
А как его хотел сказать? Нет, брат, укор. А, блин, сегодня тебе надо укор опять делать, да? Укор. Может, не надо, я думаю, ну, опустила. Ты? Ну, если опустила, никак не тоже, надо. Знаешь, зачем это уже? Тоже, ну? Вчера укольчик даже делал. Девочки, если кому-то надо сделать укол, вызывайте массаж, девочку. Вызывайте меня, приезжаю с консервацией, с банками. Вы просто так, я от вас не уйду. Укол в сандалию, огурцов, банку соленых продам, десяток яиц в подарок. Девочки, все, пьем кофе, наслаждаемся жизнью. Мама пишет конспекты. Нет, я ищу все сушковыжималку моей мечты. Вот так, девочки, всем приятного аппетита. Что за процесс? Check the mic and make sure it sound right, boys. Sound white boy.